Украинские радикалы вновь атаковали здание Россотрудничества в Киеве. Несколько человек в масках забросали его фаерами и дымовыми шашками. Все произошло поздно вечером. Когда полицейские прибыли на место, там уже никого не было. Утро сотрудникам пришлось начать с отмывания копоти. Подобному нападению Российское федеральное агентство по делам СНГ или Россотрудничество уже подвергалось в апреле. А на прошлой неделе три десятка молодчиков и вовсе ворвались внутрь и сорвали презентацию книги, автора которой они объявили, цитирую, антиукраинцам и врагом украинского государства.